Привет, мои дорогие, как у вас дела? Как вы поживаете? Решила поесть с вами тортик и немножко пообщаться. Вот, мирабалар таки пчелорам, насосанас и мисанас, паста я мяки стадем, девчонки, такой тортик обалденный. My dear, hello, how are you? Перу? Hello? Посмотрите, какой он был весь, правда, такой кругленький. Ну, вот так вот эти ягоды, конечно, прям с середины у меня свалились. Но ничего, будем кушать в таком виде, да? Такая вкуснятина, вы не представляете. Вот вообще просто, я не знаю, я такой торт не ела. Шедевр просто. Я вчера половину слопала просто. Угу. Свежие клубнички. Вау. Что еще нужно для счастья? Вкусно поесть, красиво одеться, да? Куда-нибудь сходить. Ну, еще там есть, конечно. Купила новый микрофон. Вот такой. Ну, мне кажется, он немножко получше. Я так думаю. Мы еще проверим с вами с мелом, как будет. Ой, девчонки, вообще столько ягод всяких разных. Так, пчелорым дюн бы постоянно гердым. Ух ты, ща. Дюнки алым. Им, да. Наса олачак меч. Олачок бизяль. Девчонки, его так сделали, прям середина. Она набита ягодами, представляете? Я сначала подумала, что она дороговата. Честно скажу, и вот я так подумала. Смотрите, какие ягоды. И малинка, и ежевика. И вот эта смородина. Красная смородина, черная смородина. Клубника. Ну, вообще, постарались, молодцы. Ну, решила с вами покушать его. Димки Берабер, так и пчелорам ли зимьяны. Сейчас ближе сам до хай его. Вообще. Ягоды. Это что-то. Вот. Кстати, соединила там, вы видели, наверное, да, видосик мой, соединила одно из старых видео в конце. Кто хочет, кто не смотрел, может быть, посмотрит. Это какой-то, вот прям, я не знаю, вот блаженство. Вот середина, вот реально, она набита ягодами, представляете? И туда же клубнику нарезали мелко, красиво. Так, пчелорам бу паста, бе мухтышам паста. Кимнен акла бёлі беше гэлді. Вала. Брызгаецца соки. Обалдеть. Ну, думаю... Сделала плов, поела. Без вас, конечно. Такая голодная была. День один раз, вы знаете, как налетела. Думаю, не выдержу, пока принесу камеру. Поела. Думаю, тортик поем с моими красавицами, красавцами. А вот. Ну, конечно, торт это вообще. Посмотрите, какая прелесть. Клубничка. Вот это белое. Крем или что, как правильно назвать-то. Он такой вкусный, девчонки. Честно скажу, он немножко другой. И мне кажется... Я
делали бы на все пасты вот такой вот кремик, было бы совсем шикардос. А то там есть крема, которые мне не очень нравятся. Они какие-то жирные, маслянистые. Я их не очень люблю. Если в этой пасте есть такой крем, не беру. Ну, брала раньше, потому что я не могла различить особо. Но вот этот кремик, мне кажется, он недавно как-то его стали делать они. Потому что я его не видела. 2 года как есть. До этого крема не видела я. Ничего не видела, то есть, с таким кремом. Delicious. Супер-супер. Обалдеть. Посмотрите, смородики. Супер. Похудеть, да? Маша решила похудеть, да. Маша скоро будет худеть. Скоро, подождите, весна начнется. Вчера ходила. Вчера, кстати, в салон ходила. На процедуры. Не лицо. Лишние килограммы. Там девочка такая смешная. Она говорит, ну, она видела, что у меня канал. Вы ешьте, ешьте. Я там всем напишу, говорит, что вы кушаете дома, видео снимаете, а потом приходите ко мне это все убирать, говорит. А я говорю, я к тебе прихожу только 3-й раз, говорю, в своей жизни. И ты уже решила, говорю, это всем сказать. Такая. Она смеется. Девочка молодая. Хорошенькая. Угадарку взять-ка. Bu pastayı çok beğendim. Çok. Bence sadece bu pasta olsa yetiyor. Emekine, ellerine sağlık. Kim bunu yaptı? Güzel yap. Ой, Маша наелась. Супер. Ну, это оставим на завтра, да, уже вообще бессовестная. Ну, все, в принципе, это мое питание на сегодня закончилось. Я поела плов. Да, поела плов. Вот, тортик поела. Одну киви съела. После плова, чтобы переварилось так побыстрее, полегче. Как-то так. А сейчас я буду снимать уже сразу. Вот. Видео с мелочками. Мел хочу, прям хочу, не могу. Şimdi pasta yedim, doydum. Şimdi tebeşir yiyeceğim. Tamamen bugün galiba bitiyor. Benimki minimum. Ну что, девчонки, прощаться не буду, я на стоп нажму и хочу поесть прям мел. Я уже его приготовила от Марины Хейлик.
покушаем. Насладимся, уже добьем те места, которые открылись там, ой, которые остались незакрытыми, да? Вот, пройдемся по ним мелочком и закроем. Секундочку, сейчас приготовлю. Ну что, продолжим. Волоконовка приготовила мелочек. И прям хочу его погрызть, вы знаете. Так, пчелорам волоконовка. My dear, волоконовка. Чок. Ну давайте его так немножко сделаем, да, чтобы Маше было удобно поесть. Ой, как хочу, ой, как хочу. Она такая... Вся такая прям напудренная у меня. О, вкусно. Супер. Маленько жирненькая. О, немножко летает. Что хочет? Не чувствую ни побелки, ничего, девчонки, честно. Я его сушила 3 дня на батарее. Он немножко постоит так. Немножко как будто подслащённый. Это мне после торта, может. Угу. А так приятно. Без крупинок. Маленько жирненький. Приятный очень. Вкусный. Но не могу понять. После торта. Какой вкус. Желтый прожился. Есть.
Tadı tebeşir tabii. Sanki biraz yağlı. Приятно. Kusum. Çok güzel. Doydum. Peru. Он такой. Давно я его не пробовала. Сейчас мне напомнило. Плотненький такой. Плотный он. Teşekkür ediyorum. Öpüyorum, seviyorum. Hoşça kal, görüşürüz. Мои дорогие, мы еще с вами увидимся обязательно. Иншаллах. В следующем видео. Смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите комментарии. Буду вам очень благодарна. Dear, thank you. I love you. Ой, так вкусно. Оно прям... Оно не то, что там закрыло, да, недостатки, оно вообще там уплотнило это все. Так вот, конкретно. Со своей плотностью. Со своей плотной структурой. Реально. Она такая плотненькая. Я вот привыкла есть сухие же мелочки. Они же все... Ну как... Сухие, легкие, да, они, я бы не сказала, что такие, ешь их и прям как будто там воздух где-то гуляет, там такое ощущение. А вот это вот такое плотное, даже Чураева не такое плотное, как Волоконовка. Да. Мариночке большое спасибо. Ем ее мелочки. Надо все поесть. Да, меня там девочка какая-то попросила, поешьте все мелочки, которые вы получили с Украины. А, вот что хотела сказать, девчонки. Вот эти 14 килограммов, которые я получила, да, они с Украины. Но это не украинские мелочки. Девушка попросила меня поесть украинские мелочки. Я поем лично для вас украинские мелочки. У меня есть Краматорский, есть Лисичанский, есть Северский, есть Богород, Благодатный, есть. Еще там есть несколько видов у меня украинских мелочков. Я обязательно поем. Но у них структура абсолютно другая. Они абсолютно разные. Они не похожи с белгородскими мелочками вообще.
Ну, я имею в виду, вообще в общем возьмем с российскими мелочками. Вот так вот скажу. Потому что все в разных областях добываются, да, я так поняла. Поэтому, в общем, структура российских мелочков, она абсолютно другая. Я вот сколько видов ела, нету схожей структуры по структуре на украинские мелочки. Вот ни один не похож. А украинские мелочки, они все... Такое ощущение, что они... Все-таки малое количество шершавости в них есть, да. Они не гладкие. Когда ешь, у них крупиночки, как бы во рту не тающие, да. Путевский, вот мне так понравился он. Запселье, кстати, оно тоже плотненькое и такое жирненькое. Но опять же, он другой такой. Структура у него другая. Вот, они абсолютно разные, так интересно, вроде все добывается, ну, то есть от природы, да, это все как бы, но они разные. Тамошние другие, вот эти вот совсем другие, и вкусы другие у них, абсолютно другие. Там тоже, можно сказать, вкус побелки, да, есть в украинских мелочках, есть, но он другой. Вот другая как будто вот эта вот побелка, да, и вот этот запах и вкус, он немножко другой идет. А в этих вот, в некоторых сухих сортах, да, особенно ярко выражено это, оно совсем другое. Вот не знаю почему, но они абсолютно не схожи, украинские мелочки с белгородскими, с российскими мелочками. Они абсолютно разные. Я не скажу, один лучше другого, не могу так сказать, потому что украинские мелочки тоже есть вкусные мелки, которые запах вот побелки и после дождя, вот это все тоже там есть и в некоторых мелочках, но оно другое, совсем другое, вот реально. Попробуйте, закажите, ну, я вообще-то не знаю, вроде доставки нету, да, в Россию, там сейчас немножко какие-то есть вот в этом плане, в плане доставок, немножко не этот. Потому что я хотела заказать через Россию в Украину. С Украины уже сюда нету доставки. Вот. И пока как-то так. Вот. И поэтому приходится... Слава Богу, что я... Вот мне подсказали Марину Хелик, что она продает белгородские мелочки. Я была очень рада. Я прям от радости там, давай заказывать ей. Думаю, надо взять. Вот. И вот эти, опять забыла название, ну как они там, не пиленые, а вот еще бруски тоже такие же, да? Ой, девочка там мне написала, но я опять забыла. Просто их, когда их вообще не ешь, я же их, ну, я ела 3 года назад, апельсин ела, и рис, кстати, я тогда пробовала. И еще много было видов, по одному только было у меня. Ну, забыла. Вот, ну ладно, в общем, вы меня поняли. Поэтому я их особо не этот, но апельсин мне понравился действительно. Очень вкусный мелочек, очень вкусный. Так прям подобрали они... и глина, и мел, и, в общем, они нашли друг друга и поженились удачно. И это вкусно. Ну, все, мои дорогие, спасибо вам большое. Еще раз я буду прощаться, да, подписывайтесь, ставьте лайки. Я буду вам очень благодарна. Так, челром тещакирадырам, эперам севером, абонеулу. Лайк атарсам, астабминам, ладям, тещакирадырам. Спасибо, мои дорогие. Вот я всегда несколько раз прощаюсь, да, и все, с вами не распрощаюсь. Вот все хочется с вами пообщаться, поболтать и туда-сюда, ну все, ладно, опять начала. Ну давайте, пока. Увидимся с вами в следующем видео. Целую вас. Пока-пока. Спасибо вам большое. Подписывайтесь. Девчонки, я опять с вами. Я же забыла вам показать. Я получу... Так, пчелорам мираба, ты крош. Майдер, я забыла вам показать, я получила же свою посылку. Небольшую, да. И мне бонусом еще отправили вот столько глины белой.
казахстанская белая глина. Вот. Я ее покупала. У меня, кстати, есть где-то 2-3 килограмма, наверное. Вот. И я получила Туркестан вчера. Как я ее получила, девчонки? В общем, пошла сама на почту. Да. Я на прошлый там меня ждала. Не пришла она. То есть, может быть, ну, я была целыми днями дома. Я не знаю, когда они пришли, когда ушли. Да вот без понятия. Ну, ладно. Самое главное получила. Так, вчера Туркестан. Ой, чуксивер. Это Туркестан плитки. Туркестан плитки алдым. Мухтишем. Тады топрак, тады топрак. Билео мысыңыз? О кадар гюзель ки. Бен эн севдим, яны, беним килим Туркестан плитки. Hem de Türkistan beyazını çok seviyorum. Evet, o da var. Посмотрите, какой кусок. Кусок шикардос просто. Ой, ну кто-то пришел, секундочку. Ну вот, мои дорогие, продолжим. Туркестан. Вот соседи. Пришли. Вот такой кусок. Шикардосский такой, да. Прям так хочется. Съесть и все. Ой-ой-ой-ой. И такая плитка, которая... Вот люблю вот такие плитки. Просто. Просто вы посмотрите на нее. Плитка на весь экран. Какая красота, правда? Вообще шикардос. Просто шикардос. Бежать пакет. Вай. Стоит, а? Красава. Реально, да? Вообще. Вот нету таких зубов, чтобы вот так прям взять и вот так укусить. Нету. Боишься за свои зубки, переживаешь. Ой, нет. Ох. Вот маленько вот так. Может, неприятно смотреть, конечно, извините, но когда намочишь, так вкусно пахнет. Честно, очень вкусно. Кокосы. Вот день и ночь был вот этот запах, да? Нюхать прям. Это вкусно. Это очень вкусно. И очень приятно, и вообще кайфово, и вообще все дела, да. Так, пчелыры. Кокусы бирас немли я пьюсун я. Топрак коку, топрак. Слак топрак. Я мурсон расы. Ай, окадар. Вала, чуксер коку я. Аллахым, я шу дағланы görmek istiyorum. Bu dağdın ya. Böyle dağlar var Kazakistan'da. O dağladın. Yani bunlar ne şey kazıyor ve satıyor. Hem de bedava. Bedava. Satıyor para ya. Alıyor bedava. Böyle. Muhteşem değil mi? Güzel ya. Şuna bakın. Красота. Вообще. Пахнет, ой, вот так прям. Как я люблю этот запах. Скоро дожди начнутся. Скоро почаще будем нюхать этот запах, наверное. Вот. Ну ладно, мои дорогие. Хотела показать упаковочку вам. Все никак Маша с вами не расстанется, да? Вот. И сушу потихоньку. Приготовила уже. Уже практически все просушила я. Да. Смотрите, сколько у меня этих, как его там, ассорти. Бунар хепса ассорти. Ой, вкусняшка. Столько там. Покажу вам. Такая похвастаюсь немножко. Да, такая. Сама радуюсь, когда столько мела у меня. А вот эти мои бруски. Ой, какие бруски-то. Ой, ой, ням-ням-ням. Вкусно, очень вкусно, честно. Так люблю. У меня, в общем, не помещается в моей коробке. Я уже рядом с коробками здесь выстроила это все дело. Девчонки, надо купить вот такую вот коробочку, которая у меня. Не хочу другую, хочу именно такую. Вот. Типа Виктории, да? Типа Виктории Секрет. Вот такую коробку хочу еще одну купить. И я думаю, что поместится это все дело. Тут я вообще выложила, у меня там в пакете, в общем, это все дело.
крема все, все здесь. У меня здесь белый Туркестан, голубая узбечка крем. Здесь желтая украинская, плюс красная баткенская. Плюс уральские чипсы мелкие, чтобы так после крема тудыси, в общем, на макусе. Вот, и еще какие-то крема здесь, девчонки, даже не знаю, сейчас что, но тут Маша понаделала, еще какие-то крема есть. Вот, все на готове. Ну, сегодня решила поесть сухой, конечно. Хотела прям сухой погрызть, прям поглотать. Ну все, мои дорогие, пока-пока. Увидимся в следующем видео. Хош чакал, бай-бай.